декабрь, январь, февраль ожидается теплым, выше нормы. То есть это вот сравнение нескольких моделей показало, что такое будет развитие атмосферной циркуляции, которое приведет, в общем, к температурному фону выше нормы для нашей территории, это территории Сибири. Вот наиболее сильно вот эта положительная аномалия, она скажется в наших северных районах. Среднемесячная температура ожидается порядка 18-20 градусов, что близко и местами выше на 1 градус. Значит, преобладающие температуры ночью 27-32, днем 22-27. В середине 1 и 2 декад ночью 12-17, днем 9-14. В третьей декаде ночью 19-24, днем 12-17. Значит, что касается осадков, то ожидается, что количество осадков будет превышать многолетнее количество. То есть будет осадков выше нормы. Порядка 26-46 миллиметров за месяц. По частоте выпадания осадков, то есть снега, умеренного снега, ожидается в большинстве дней месяца. На территории Богучан довольно благоприятная погода.